Страшно не вы. Страшно то, что вас породило. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый и честный строй жизни. На 83-м году ушел из жизни советский и российский театральный актер, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Георгий Асатиани родился 18 мая 1942 года в Саратове. Его отцом был режиссер, народный артист СССР Георгий Ираклиевич Асатиани. Окончил Саратовское театральное училище Слонова. Работал в Тбилисском ТЮЗе, Алтайском театре драмы. Был актером Алтайского ТЮЗа, где сыграл более 200 ролей. Среди его работ «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия», «Стрела Робин Гуда», «Высоко в синем небе», «В добрый час», «Обыкновенная история», «Женитьба», «Ромео и Джульетта», «Сказка о четырех близнецах», «Волшебник изумрудного города» и другие.